Во время попытки навести понтонный мост через реку Северский Донец в поселке Северский Изюмского района вместе с личным составом был уничтожен начальник инженерных войск Западного военного округа Вооруженных сил России полковник Николай Овчаренко. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала «Рада». Вместе с полковником убито 18, ранено 46 военнослужащих 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа. Овчаренко считался профессиональным офицером среди личного состава Западного округа.